Точки кипения достигла ситуация с водой в Актау. После двух недель неудобств жители вывесили на своих домах плакаты с прямым и емким вопросом, каким у региона. То ли сработало, то ли совпало, но уже к вечеру из кранов потекла вода. Репортаж Светланы Султангиреевой. Эти плакаты на выходных пощекотали нервы местным чиновникам. На одной из многоэтажек вдруг появилось рукописное обращение к акиму Мангыстауской области. И реакция не заставила себя ждать. К дому съехались полицейские и коммунальщики. Стражи порядка, к слову, так и не нашли автора идеи, и плакат снимали самостоятельно. После этого плаката получилось так, что они нашли порыв у нас в доме и устранили этот клапан 5 минут делов поменять. А вода появилась вечером. Но это же можно было до этого сделать. Не доводить там людей до крайности. Да, в пятом доме действительно не было воды несколько суток. Это произошло по причине того, что сломался насос, плюс был порыв в трубопроводе. Когда его устранили, не могли возобновить подачу воды из-за вышедшего из строя насоса. В итоге на сегодняшний день проблем с водой нет. К примеру соседей последовали и жители 50-го дома. Люди, говорят, вывесили свой плакат, потому что устали от постоянных проблем с водоснабжением. Без понятия, кто повесил, но это люди от отчаяния, видать, сделали, то есть, потому что уже терпеть нет ни возможности, то есть это не приготовить, не постираться. Все знаете, что все стиральные машины у нас на питьевой воде. В акимате города говорят, что износ водопровода, а это 464 километра сетей, достиг почти 90%. Отсюда и постоянные порывы, из-за которых люди то и дело остаются без воды. План на замену труб есть, в отличие от сроков. Конкурс на определение подрядчика еще не завершен. Предполагается, что мы решим данный вопрос, но постепенно и сразу. В конце 23-го года, точнее, решить все вопросы. Ну, я не скажу, что решится все вопросы касательно питьевой воды, но постепенно будем решать. По подсчетам специалистов, дефицит питьевой воды в Актау составляет 15 тысяч кубометров в сутки. Решить проблему должен новый завод по опреснению воды. По проекту его мощность 20 тысяч кубометров в сутки. Но на эти показатели выйти в этом году не получится. В планах дать хотя бы половину. Светлана Сунгиреева, Фархад Шаткам, Астана Таймс, Актау.